кто-то выбил спраута уже. Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, и это Бравл Стар. Ребятушки, тут появился уже новый боец, сейчас мы с вами попробуем его выбить. Поэтому ставьте лайкосик, подписывайтесь, кто еще не подписан, и поехали. Начнем мы, конечно же, с вот этого сундучка, я его забираю. Надеюсь, мне выпадет спраут. Ребятушки, ставьте лайкосики, и вам тоже выпадет спраут. Так, что это? 12 монет. Ну, как-то маловато, не густо. Рико, где спраут? Спраута нету. Окей, у меня еще есть сундучки. Так, это я пока трогать не буду. Так, давай начнем с маленьких. У меня их 20 штук. Конечно, это прям не особо много, но, как бы, ребятки, шанс есть. Так, Пайпер плюс 4. Хорошо, Нита. Ну, такое себе. Где спраут? Надеюсь, я его выбью. Так, что это? Монеты. Кольт. Подойдет. Рико. 15. Ну, такое. Так, продолжаем. Сейчас откроем 5 сундучков, а остальные уже потом пойдем в бой. Остальные откроем чуть позже. Так, Нита, Роза. Ну, слушай, ну что-то не попадается справа. Что ж такое? Мне прям очень хочется, чтобы он мне выпал. Прям на видосик будет прям супер. О, смотри, монетка уже становится больше. 21 растет. Роза, Пенни. Пенни из Пеннивилля. Так, что здесь? Давай, новый игрок. Нет, 50 монет. И давай спраута. Не попал спраут. Что ж такое? Так, а сейчас сколько? Ух ты, удвоитель жетонов. Плюс 200. Слушай, ну, отлично. Это, конечно, не спраут, но тем не менее. Так, что у нас здесь? Давай посмотрим, что забрать. Пока не буду забирать. Если выпадет спраут, я, конечно, тогда его заберу. Так, давайте пойдем для начала в бой. Мне, кто смотрел мои прошлые видео, выпал бо. Давайте же попробуем им поиграть. Так, сейчас я его улучшу. Я им как-то особо, честно говоря, не играл. Может, несколько каточек скатал. Вот. Так, ну что, выбираю тебя. Пикачу, да? И куда пойти, а? В охоту за сокровищами? Ну, давай играть. Хорошечно, поиграем. Сейчас спробуем, что за бот такой. Как будто бот он какой-то, да? Так, слушай, а что у нас по звуку, да? По звуку-то у нас все окей. Так, все, побежали. Так, сколько он вообще выносит? По 546 дамажа, да? Ну, смотри, ящик он как бы с одной атаки не может разбомбить. Ух ты! Мистер Кольт, ты что, с ума сошел вообще? Я в шоке, прям такой из засады. Вдруг откуда ни возьмись появился Кольт, да? Ну, чувак. Че, он не лечится? Почему не восстанавливается ХП? Вот, наконец-таки. Он какой-то тормознутый, что ли? Или это мне так кажется? Ух ты, смотри. Тут какой-то алмазик. Это может быть засада. Я знаю, такое бывает уже. Так, ладно, хорошо. Побежали, побежали. Тут засады нету? По сколько мы уже выносим? По 819. По 800... Чуть, 73? Слушай. Ну, мне как бы нравится. Ой, как это получилось-то вообще? Это что такое? Слушай, я только супер его, так сказать, прочувствовать хотел. Там что-то какая-то стрела такая необычная полетела, что ли? Мне показалось. 44. Так, ну ладно, хорошо, выходим. Сейчас мы пооткрываем еще несколько сундучков. Так, еще давай пятерочку откроем. Так, что у нас здесь? 16 монет. Блин, может, надо было не прерывать эту серию, потому что там было уже 52 монеты из ящика. Так, не сейчас, не сейчас. Да, ребятушки, это мои подписчики, то есть я с ними иногда играю. Так что подписывайтесь, добавляйтесь в друзья. Вот. Мой клуб Кексоед английскими большими буквами. Там вроде как место еще есть. Так, ну что, где же спраут, ребятушки? Мы не забываем цель нашего, так сказать, сегодняшнего видео. Нам нужно выбить спраута. И два сундучка еще откроем. И пойдем опять бо. Бо-бо будем всем делать этим бо. Так, ну где же? Где же он? Тот, кого я жду. Сеньор спраут. 13 Рико. Бо. Нам выпал бо. Так, ребятушки, идем дальше. И после боя мы продолжим открывать, конечно же, сундучки. Так, надо будет сейчас играть прям очень аккуратно, постараться
ульту его, так сказать, его супер, все-таки посмотреть, что он делает, мне интересно. Какая-то мега-стрела у него летит, скорее всего, да, судя по всему. Так, 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 ну давай, 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 целься, чувак. Вот так вот. Хорошо. Кстати, пишите в комментариях, как вам играется этим Бо. Получается у вас им играть или нет? Ой, это я кого выбил-то? А-а-а! Шелли, 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 ты нормальная вообще, а? Все окей у тебя? Так, ладно, давай возьмем алмазик. Так, смотри, у меня супер накопилось уже. Но я не знаю пока, в кого ее использовать, эту супер. Супер-пупер. Так, так, смотри. Ба, что это было? Что, и все? Это такая супер была? Это какая-то супер, не знаю. Очень странная супер, почему никто не... Ай-яй-яй, куда я иду? Столкновение. Это мы остались с этим чуваком, что ли? Как его зовут-то, я забыл уже. Старикан, подходи к моей этой, к моей бомбежке. Не подходи. О, опасно, слушай, очень опасно. Ой, а кто его убил? Чё-то я даже не заметил, слушай. Это хоть перематывает, что ли? Ребятушки, вы, конечно, можете перемотать, посмотреть, но я что-то вообще ничего не понял. Я уже потом, конечно же, это перемотаю, посмотрю, но не сейчас. А вам можно сделать это прямо сейчас. Вам проще, везет вам. Так, выходим. Прям какой-то нежданчик, да? 56. Оу, смотри, и у нас плюс один сундучок. Так, продолжаем, ребятушки, выбивать спраута. 15 монет. Биби. Поко. Эль Поко, Эль Гурон. Так, 3 алмазика. Хорошо, но нам-то нужен спраут. Это что такое? Ага. Я жду, он тормозит. Так, монетки 21. Бул. Джесси. Ну. Ну, ребятушки, держим кулачки. 30. Смотри, монеток становится больше. Возможно, спраут не за горами. Так, 8. Осталось сундучков. 30 монет. Роза. Да что ж такое-то, а? Ну, где же он? Ноу. 5 монеты. Пока Динамайк. Вспомню, как зовут этого деда. Так, 6. Чё тут? 50 монет, слушай. Это, конечно, все классно, монетки, все такое. Но нам-то нужен... Спраут. Ну давай, боги Бравл Старс. 30 монет. Почему 30? Почему не 70? Все же должно быть по нарастающей. Так, окей, продолжаем. Так. Осталось, ребятушки, очень мало сундучков уже. Но мы не теряем надежды. Так, 3 сундучка осталось. Последние 3 сундучка и один огромный мега сундук, или как он там называется. Может быть, возможно, в нем нам повезет и выпадет этот спраут. 2 сундука. Что ж такое? Я прям начинаю, честно говоря, уже волноваться. Я думал, честно говоря, с 20 сундуков я по-любому его выбью. А тут как-то прям что-то не везет. Смотри, последний сундук и... И тут 22 монеты всего лишь. Опять это Биби-Бо. Что ж такое? Так, ладно, ребятушки, идем еще в бой. Наград за поимку. Давайте захватываем кристаллов. И после этого боя мы откроем вот этот огромнейший сундук. Так, все, погнали. Буду сейчас всех уничтожать. Месье Боб, встречайте. О, Боб, вернее, Бо. Просто Бо. Just Бо. Так, окей. У нас тут дальность хорошая, судя по всему, да? Как я погляжу. Па-па-пау, погнали. Погнали, мои стрелы. Индейский. Кто там пуляет нас, смотри. Там какой-то... Жук сидит, а? Это Шелли, это Шельма. Смотри, они прям что-то издалека поперли, да? Так, у нас, смотри, Ксюша просто выносит. Дамажит. Эй, Поко, смотри, какой он. Отходит от всех моих... Ой-ой-ой. А, слушай, мне кажется, эта мина сработала тогда в том... В той игре. И Динамайка завалила. Возможно. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Так, слушай, надо выкинуть свои ловушки. Так, все, теперь они ждут своего часа, что кто-то на них наступит. Мои мини-капканчики, это что, бомба? Я не знаю, что это такое.
Слушай, а почему мы проигрываем? Вот мне это как-то очень непонятно. Так, капканы расставил все свои. Давайте, попадайтесь в них. Очень странно. Мы вроде играем очень хорошо. Я не пропадаю. Всякие домашки делаю. А алмазов у нас мало. На, лови. Ох. Слушай, я нечаянно перелетел. Да что такое, смотри. Все алмазы у нас забрали практически. Ай-яй-яй-яй-яй, что же делать? Так, Шелли, бомбите Шелли. Или у кого алмазы? Кто? Кто? Где воришка алмазный? У кого больше всех алмазов? Я чуть ничего не... А, вот он, вот он! А-а-а! Ладно, пропустили. Ирина, звездный игрок, повезло, эй. Так, хорошо, выходим, ребятушки. И что же, последний шанс на сегодня у нас выбить этого спраута. Давайте открываем огромнейший сундук. Ну что, ох. Я волнуюсь. Ну давай, все, погнали. Открываем. И 63 монеты. И Джеки. И Шелли. Ну все, спраута тут уже не будет точно. Джесси. Хороший был сундук, но... Но нам не повезло. Так, ну что, тут я пока ничего не буду брать. Как бы смысла я в этом не вижу. Так, ребятушки, давайте пойдем еще разочек в захват кристаллов. Все-таки попробуем еще раз этого боя. Что-то я его тут не понял. Как-то мы проиграли, и это очень печально. Хочется все-таки выиграть. Так, погнали. Так, все, схватка началась. Кекс бежит, кекс вперед. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Что это было? Кто это? А, это спраут, ты представляешь? Кто-то выбил спраута уже. А я думаю, что это за зеленые фигни? Видишь, как мы удачно зашли? Хоть я не выбил, но хоть посмотрим, что он умеет, этот чувачок, а? Так, 3000 здоровья. Ну, я не знаю, может, он его даже прокачал уже до какого-то уровня. Кидает какие-то, он, не знаю, капустные кочерышки, что это такое? Кто-то... А, смотри, ты видел, стена выросла. Но через эту стену, слушай, и мы пробраться-то как-то не можем. Все, исчезла стена. Вот интересно, насколько она вылазит, эта стена? На какое время? Кочерыги, кочерыги. Смотри, прям прорастают. Офигенно. Это реально что-то прям такое новое, необычное. Так, сейчас, наверное, за моим боем никто не смотрит. Все смотрят на спраута. Ставь лайк, если делаешь так. Так, хорошо, так, Джесси у нас там. Что-то так, какая Джесси. Короче, справа, смотри, он здесь, походу, будет звездным игроком. Нормально, у него 9 алмазов. Он свои качаны вот эти вот подбрасывает. Короче, и дамажит ими, судя по всему, нормально. Так, хорошо. Нет, звездный игрок все-таки была Хади. Отлично, как-то так вот. Слушай, ну интересно посмотреть, конечно. Где это Натали 7002 взяла его? Повезло, видать, копила много ящиков, накопила. Очень прикольно, мне прям нравится, я за нее рад. Так, ребятки, пишите в комментариях, что у вас там, кто выбил этого чувака, кому повезло. Вот. И как бы на этом будем уже прощаться. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну и, конечно же, колокольчик, коль подписались, будьте всегда в курсе новых видео на моем канале. Все, пока-пока.